Пока на теплоходе играет музыка, гости собираются на пристани. Считанные минуты, и лайнер отправится в круиз вдоль канала имени Москвы. Главные участники речной прогулки – семейные пары. В честь Дня семьи, любви и верности, катание на теплоходе, обед и праздничная программа в подарок. Супруги Шереметьевы вместе долгих 57 лет. Познакомились в небе. Она – молодая стюардесса. Он – пассажир, рискнувший полететь зайцем. Валентина Иосифовна смеется и вспоминает. Не сдала нарушителя. Спрятала в комнате экипажа. Так и пролетели бок о бок несколько часов подряд. Я его угостила конфетками, а он мне персиком. Я первый раз персик видела. И вот так встреча эта и закончилась тем, что мы прожили с ним 57 лет. А это семья Коноплевых. В браке без малого полвека. 44 года. Несмотря на почетный семейный стаж, признаются, иногда чувствуют себя так, будто им все еще 20. Взаимопонимание и интерес друг к другу сохранили благодаря тому, говорят супруги, что через все в жизни проходят вместе. Я считаю, что все-таки уж в семье надо прислушаться. Ну, как бы держать одну линию. Вот. А одна линия может быть только совместно за счет того, что мы советуемся, как правильно поступить. Мы, конечно, планируем все вместе и, соответственно, планируем все вместе и делаем все вместе. Тех, кто пронес свою любовь сквозь годы, поздравили лидеры движения общественной поддержки «Химки. Интересно жить». Именно они стали инициаторами праздничной прогулки на воде для семей городского округа. Праздник, я считаю, шикарный. Любовь, семья. Дети, это всегда же прекрасно. Поэтому я всем желаю любви, благополучия, удачи. Семья – это самое главное в жизни. Я желаю, чтобы у всех были крепкие семьи. К поздравлениям присоединилась и лидер движения общественной поддержки «Химки. Интересно жить» Елена Андреева. И пусть в каждой семье всегда будет такое солнечное настроение, как сегодня. Вода, ветер и воздух, да, это просто романтично. Инициативу отправить семейные пары в круиз на теплоходе охотно поддержали и в администрации городского округа. Речная прогулка позволяет не только хорошо провести время, но и пообщаться с семьям друг с другом. Организаторы уверены, встреча семей разных возрастных поколений пойдет на пользу молодым парам, тем, кто только начинает свой путь в браке. Для молодых пар вот этот пример жизни, кого мы сегодня пригласили здесь, это эталон. Это к чему надо стремиться. И здесь, как мы им говорим, влюбленность – это хорошо, но с годами влюбленность приходит в какое-то другое чувство. А любовь не может быть без взаимоуважения, взаимопонимания. Гости праздника уверены, никакие богатства и материальные ценности не способны заменить семейного счастья. Хранить взаимопонимание и гармонию в отношениях десятки лет – задача не из простых. Но только так можно сохранить любовь на долгие годы. Семью надо всегда подпитывать. А подпитывать мы знаем чем. Это любовь и верность. И хочется пожелать всем: любите друг друга, уважайте друг друга. На празднике в честь Дня семьи, любви и верности чествовали более 10 семей из Химкинского городского округа. Организаторы подготовили для них интересную развлекательную программу «Цветы и подарки». Для гостей праздника выступил лауреат всероссийских и международных музыкальных конкурсов Николай Бурьяновский.